мен байқаймын, осы Есентаева екеуіңіздің араларыңызда кәдімгідей бір бәсекелестік бар. Ол сізге білінбеуі мүмкін. Есентаевада топтардың барлығы қыздардан тұрады. Әнші қыздар, сізде бәрі жігіттерден тұрады. Бір ғана топ бар қыздардікі сізде, иә? Ал Есентаевада бір ғана топ бар жігіттердің тобы, иә? Бұл араларыңыздағы екеу ара келісім ба? Бірінші сұрақ. Екінші, жалпы екеуіңіздің қайсыңыз мықты продюсерім деп ойлайсыз? Бәсекеге шыдай алатын деген сияқты. Қайсыңыз мықтысыз? Но я вообще не имею права. Осы сұраққа, ылғи осы сұрақтан бүйтіп айналып өтіп кетесіз. Я говорю, как есть, нақты, вот как есть. Бір екі деп орын берсек, бірінші орынға кімді қоясыз, екінші орынға кімді қоясыз? Я не могу ставить. Я не привыкла за себя говорить в принципе. Это год должен говорить народ, и должны говорить какие-то компетентные люди. Вообще это будет нескромно, если я буду сейчас сидеть и говорить, кто на первом месте, а кто на втором, да? Ну вот такой я человек. Я вам говорю правду, как есть. Просто на самом деле я работаю, как говорится, тихо, молча, никого не трогаю, да? Я развиваю там свои команды, которых безумно люблю, да, своих артистов. И ни до кого мне дела сейчас нет, на самом деле. Первый вопрос. Келісім бар ма екеуіңіздің араңызда? Олар тек қана қызбен айналысады, қыздармен... Нет, никакой договоренности нет абсолютно. Договоренности нет никакой. То есть я работала, начинала когда-то с Рахат Лукумой, да, с International. Вот, поэтому, на самом деле, да. Жақсы, Гүлбер. Сіз жалпы қызған жақсы ба? Қай продюсерлерді көре алмайсыз? Вопрос. Жарыс дейді ғой енді, бәсекелестік дейді ғой. Ну, соперничество, наверное, есть, в общем-то, оно здоровое, оно, мне кажется, есть вообще, ну, наверное, со всеми коллегами. То есть, ну, как сказать, не то, что соперничество даже. Трудно ответить на этот вопрос так однозначно, искренне, да? Я думаю, что все мы где-то внутри, в глубине души друг с другом соперничаем, честно признаться. Но так, чтобы вот Курел Майтон, вот это вот все, ну, этого нет, потому что, ну, слава Аллаху, у меня есть свои команды, и, в общем-то, как-то тихо, мирно мы развиваемся, и, в общем-то, на устах у народа. Аллаху шукур. Жақсы, енді... Бұрсан, көнші? Сіз патриотсыз ба? Әрине. Неге қазақша сөйлемейсіз онда? Қазақ тілін білемін, көке. Просто тут такая ситуация, я уже рассказывала неоднократно. Мы люди из совка. Это, конечно, все может быть не актуально сейчас, но мы закончили русскую школу. Самое главное, что во мне есть много настоящего казахского. То, что я знаю, какие у нас есть традиции, как живут люди в аулах. Я знаю, как, допустим, воспитать правильно детей своих. Это я точно знаю. Потому что мои артисты, слава Аллаху, подождите, я скажу до конца. Конечно, они их, ну, первозданное воспитание им дают родители и так далее. Но, тем не менее, я их также учу быть. Карапайым дылығы, да, должно быть. Это чисто казахская черта, скромность. Они должны быть, они должны уважать старших. Это, опять же, чисто казахская черта. То есть... вплоть до того, что здороваться двумя руками со взрослыми людьми, то же самое. Очень много чисто казахского, оно есть во мне. То, что я говорю по-русски, на самом деле, не говорит ни о чем. Осымен аға сұрақ нүкте қойған сияқты дейді. Енді қазір баршамыз білеміз, 91, Ерболат Беделханның тобы, жанкүйерлер өте көп. Ерболат мырза бізде, жақсы, Ерболат мырза бізде қонақта болған кезде, Ерболат мырза тамаша ондықты хит парадын жасаған болатын. Бірінші орынға өзінің 91-ын қойды, екінші орынға Орданы қойды. Біздің Ренсо, қателеспесек, 5-ші, 4-ші орындарда жүрді. 4-ші орында, иә. Не себепті десек, өткені олар өте стильді, ерекше киімдері бар, дауыстары, бірақ өзінің аудиториясын әлі таппаған топ дейді. Сонымен келісесіз бе? Нет, это абсолютно неправда, потому что когда создается какая-то команда, понимаете, я понимаю, конечно, у Ербулата сейчас, ну, скажем так, он молодец, он очень здорово подошел к менеджменту, он делает все по корейской системе, и, возможно, это правильно. Я не делаю по корейской системе. Это какая-то система? У меня своя система налаженная, скажем так, да. И ребята эти, они не рассчитаны только на очень маленьких девочек. Их аудитория шире. У них поклонницы, а 26 лет есть, и 30 лет есть девушки, да, то есть вот этого я и добиваюсь. У меня есть абсолютно планомерно, так сказать, ну, в смысле, как сказать, продуманная концепция развития команды, поэтому эти ребята на более широкую аудиторию. Дәл үшінде бізде бір түсінспешілік бар, өйткені Ерболат, енді салыстырмалы түрде жүреді бұл жерде, өйткені қазіргі таңда көпшілігі 91 десе, екінші жағы Ренсо деуі мүмкін, Ренсо десе 91 дейді. Ну, это когда-то было Ринго и Орда. Да. Ерболат мырзаның айтуынша, Ренсоның да пайда болуы,
жалпы аюмилік қыздардың да дәл осындай бейнеге бейнеге өзгеріп кетуі, шаштарын бойы, барлығы делік біз қалыптастырған мода, біз қалыптастырған сен осыған байланысты біздің елімізде дамып келе жатыр дейді. Ну прям. Біз негізін қаладық дейді. Сіз қалай ойлайсыз? А Ринго, что тоже, да, в 2006 году, в смысле, как-то вот гипотетически представили себе группу 91 в 2016 и под них, да, красили волосы. Нет, это все неправда. На самом деле, вот из как раз-таки, это его, да, мнение. А по поводу ребят Рензо. Я очень хочу, чтобы молодежь с них брала пример, в каком плане. Они мужественные, должны быть мужественными. Они не будут красить волосы, они не будут носить серьги. Я не против этого сценического, образа. Но, тем не менее, я придерживаюсь сейчас этой четкой позиции, да. Они все занимаются спортом. Yeah. И причем занимаются не просто там, в смысле, не в качалке. Они занимаются, боевыми, да, видами искусств. Mm-hmm. Вот для меня это очень важно. Чтобы они были настоящими мужчинами. И чтобы они вот этот момент чуть-чуть инфантилизма такого в мужчинах, который сейчас идет, они искореняли, чтобы за ними пацаны шли. Вот для меня важно. Ерболат Мырзамен тағы да салыстырайық, иә? Не себепті боянасыздар, не себепті сырға тағасыз, не себепті түрлі түстер деген кезде олар айтады. Біздің негізгі мақсатымыз, межеміз халықаралық деңгейге шығу. Батысты мойындату. Біз Орда тобы кезінде батысқа барған кезде, вы все на одно лицо деп, бізді қабылдамай, ажыратамай қалғаннан кейін, біз соларға, бізді ажырату үшін, бізді түрлі-түрлі өзіміздің ерекшеліктерімізді байқау үшін, осылай шаштарымызды ояймыз, осылай сырға тағамыз дейді, иә? Мүмкін сіздер де осындай халықаралық аренаға шығу ойларыңызда бар ма? Және болса, дәл сондай қадамға барасыз ба? Ол дұрыс қадам ба жалпы? Нет, я думаю, что, может быть, я не говорю, что мысль Ерболата неправильна, но у меня свое видение на этот счет. И чтобы стать всемирно известным, не обязательно красить волосы и как-то пытаться выделиться таким образом из толпы, да, нужно, может быть, что-то внести в творчество. Вот, скажем, в моем случае, да, вот мне интереснее было бы, может быть, эклектировать, то есть сочетать какую-то нашу этнику в современных, звучаниях. Мы со временем будем делать, иншалла. Вот это будет запоминаться. Сіздің қазір бәсекелесіңіз негіз Баян Есентаев емес, Ерболат Беделхан болып кеткен сияқты, қалай ойлайсыз продюсерлікте? Да нет, Ерболат тоже когда-то мой подопечный в прошлом. Поэтому тут никаких...